Так, привет. Я поставил на свой Ягуар роликовый бридж с AliExpress. Собственно, вместо штатного тюноматика или аджастоматика, как его называют Fender, я воткнул вот такой вот классный бридж. Стоил меньше 1000 рублей. И он работает. Реально работает. Для сравнения, вот старый тюноматик. Его, как видно, острые вот эти вот седла не особо-то приспособлены для того, чтобы играть машинкой. То есть, ну, можно пользоваться, но она и ходит неплавно, у нее бывают рывки, бывают там такие вот, нажимаешь машинку, она так вот скребется. В общем, не очень хорошо. И плавной работы машинкой просто, ну, на нем быть не может, прям именно совсем плавный. Роликовый, под каждой струной стоит отдельный ролик. Вот как видно. И эти ролики при работе рычагом вращаются, каждая струна свободно ходит. Плавность просто в разы повышается. Вот. А как бонус мы получаем лучшую резонирующую арфу. То есть в сравнении с тюноматиком игра за арфой, она как бы слышна лучше становится тут же. Кто-то скажет, что это минус, но это же Ягуар, на нем положено так играть. Ну, разумеется, от всех проблем с использованием машинки это не спасает, потому что есть еще все-таки порожек, который нужно протачивать под калибр струн и смазывать желательно. Вот я его наконец-то скоро смажу, потому что наконец-то можно пользоваться рычагом как следует. И надо, соответственно, с порожком разбираться будет. Ну, это уже в следующей серии. Собственно, вот ссылка на этот роликовый бридж в описании к видео. Он, кстати говоря, какое-то время он у меня
дребезжал, хотел сказать. Вот еще он у меня какое-то время дребезжал при игре. Может, сейчас микрофон. Ну, чуть-чуть, может, слышно микрофон вот. Ситарит. Ну, временами... То есть он стал слабее. То есть изначально, как только его поставил, он сильнее дребезжал. Но вот при игре с подключением уже этого я не слышу. И как-то это и не бросается в глаза. Ну, может, на хайгейне это будет слышно. Но на хайгейне и вот это вот будет слышно очень громко. Поэтому, ну, это же Ягуар. Тут должно все дребезжать, тут должно все звенеть, тут должно быть вот это вот все. В целом, я очень доволен тем бриджем. Все. Вот этот отправляется на полочку. Пока.